С 1977 года работал педагогом в Куйбышевском училище культуры и в Институте культуры. С 1981 по 1987 год. Актер Самарского ТЮЗа. С 1987 по 1991 год. Участник студийного движения. Актер и руководитель различных театров-студий. С 1992 года. Уход из театра. Редактор программы для детей и юношества на Самарском телевидении. Затем работал редактором государственной телерадиокомпании «Самара». Писал сценарии, стихи и песни для телепрограммы и спектаклей. Снимал фильмы, выступал со своими песнями в концертах. Последние годы работал в Самарской академии путей сообщения.